Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас будет опять очередной интересный, думаю, для многих контент, потому что многие хотят задонить, либо уже задонили, и многих интересует дособрать, сколько же все-таки максимально может выпасть там за определенное количество кусков огнекрыла, то есть осколков огнекрыла. Нам их надо всего 200 на героя, то есть я сегодня буду опять же показывать вам шансы. Я показывал вам с первыми сумочками, что лучше открывать все-таки, допустим, 50 штук по 10, чем открывать единичные варианты. Это уже было доказано, проверено, поэтому мы сегодня будем с вами открывать первые сумки. Мы уже открыли, вот вторые. Вот у меня есть 41 штука. Давайте мы одну откроем. Сразу же 15. То есть мы откроем по очередности 20 и откроем 20 сразу же. То есть, чтобы понять, сколько у нас осколков упадет. Так, какие здесь варианты есть? Как видите, здесь падает. По сути, даже давайте не так. Давайте 10 там, да, 10. 10 при минимальном это уже половина огника. Что можно выбить за 10 по одному, что можно выбить за 10 вместе. То есть открываем изначально 20 штук. Смотрим, сколько нам осколков выпадет, и открываем потом по 10. То есть два раза. То есть там у нас это долго не будет. Возможно, еще пойдем пооткрываем на других серверах, чтобы проверить, какие там шансы. Что вам здесь может выпасть? Я уже несколько раз выбивал здесь по соточке, это бывает довольно-таки часто, но это, блин, нужна очень большая мега удача. В основном падает 15-20, это стабильно, десятка это у вас минималка, то есть это если вам не повезет, вы все равно получите 10. Это по сути в 10 раз лучше, чем открыть там первую сумочку. Первые сумки там даются у нас, бывают акции без доната. Так, окей. Ну что, поехали, будем начинать. Так, ну, у нас есть. Могу я тебе открыть? Не смогу. Нет, не смогу. Видите, у меня проблема. Просто проблема, я не могу открывать итемы, потому что у меня очень много золотых книг. Ну, let's go. Открываем по одному, смотрим, считаем. 15. 25. 35, 45, 55, 65, 80, 95, 115. Так, мы открыли практически. Ну вот получается 130 штук, если открывать по одному. Поехали еще раз. Точно так же сейчас откроем, посмотрим, какой будет у нас дальше шанс. Так, 20, неплохо. 35. 50. 60, 75, ничего себе, 125, 135, 150, еще две, возможно, соберем, 160, 170. То есть, как видите, 130-170, такое себе. 10 сумок однозначно будет мало. Сейчас, секунду, я сейчас посмотрю, что у меня делается по сумкам на других серваках. На русском, по-моему, мы тоже открывали, были, трешивали, смотрели. То есть, если по одному открывать, в среднем 130-170, не соберете вы его. Конечно, если повезет, вы выбьете там сотку, вы в любом случае его должны собрать. Так.
Вот, отлично. Вот здесь есть 20. Давайте их откроем тоже по одному, чтобы мы уже наверняка знали, так это или не так. Так, поехали. 10, 20, 30, 45, 95. Видите, 50-ка выпадает. 105, 125, 135, 145, так, еще один. 155, ну где-то среднее 150 получается. Давайте еще разок, поехали дальше. 20. 40, ничего себе. 50, 60, 75, 85, 100, 110, 120, 140. То есть берем предел среднее, это где-то 140 сумок в среднем. 130, 140, 150. Это то, что вы можете получить, если вы откроете по одному. Хорошо, поехали дальше. Поехали еще на китайку, посмотрим, что у меня тут по вторым сумкам вообще делается. Тут тоже, по идее, должна и не быть. А может и нет. Я уже не помню, где я что открывал. Так, ну тут всего есть 16, но в принципе для интереса сейчас тоже откроем. Так, ну поехали. 10, 30, 45, 65, 80. 90. Рандомчик, ребят. Это китайка. 170. 185. 195. 210. 6 штук осталось. Да, получается, мы получили 210. По сути, вероятность даже есть. То есть от минимум 130 до 200. 10. Ну давайте 6 откроем вместе. 90. Ну, то есть где-то плюс-минус. Интересно, интересно все-таки. Сейчас пойдем пооткрываем по 10. Блин, ну мы там опять же, мы там 10 вместе не откроем, оно нам откроет все вместе. Поэтому идем еще разок десяточку. Надо было все-таки здесь оставить. Что у нас по акциям? Как раз за полпака. Ну тут в принципе у меня все с этого есть. Так, окей. Поехали, ребята. Поехали, поехали на английский сервер обратно. Откроем там десятку. Надо было все-таки оставить. Но я забыл, оно нам не по 10 будет, оно нам будет все вместе считать в один пак. Ну, по сути, тут 90 получилось за 6. Так, открываем опять десятку. 10, 20, 35, 45, 65, 75, 90, 105, 125 и 135.
Ну, в принципе, опять же, то же, что мы первые открывали, в среднем 130. То есть, как видите, минималка 130 с 10 штук. Это где-то так. Но я не думаю, что кому-то там повезет, и он все 10 откроет по десятке. Это будет просто эпик фейл. То есть, минимум 130 вы соберете. Максимум это можно получить. А один шанс с 5 у нас где-то так получилось, что мы собрали волкника. А так в среднем 150 можно насобирать. Ну что, поехали, самый основной трешачок. Открываем всех 10, посмотрим, будет ли у нас огник. 145. То есть, по сути, надо будет еще накопить, пооткрывать по десятке на каждом сервере, хотя бы как минимум, чтобы понимать. Ну а так, то, о чем я говорил, 150 осколков с 10 сундуков, не так уж и много. Ну, в принципе, относительно, опять же, проще собрать их, купить сразу же осколки и не играть в эту лотерею. Поэтому вот так вот, не соберете вы даже с 10 таких топовых сумок. Конечно, бывают варианты, я собирал подписчикам у себя, вот только что мы собрали. Но мы, по сути, открыли где-то, я не знаю, сколько там сундуков. Можете написать в комментах, посчитать, сколько мы открыли, кто будет смотреть видос внимательно, либо вернется обратно, сколько было сумок и сколько всего мы осколков получили на всех серверах. Вот так вот, ребят, такой вот трешачок. Пишите комменты, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.